та работа, которая проводится нашими комиссарами, это профориентационная работа, это работа по формированию личности, это работа по формированию гражданской позиции. Вот это для нас самое главное. И она видна, и она чувствуется. И то, что вслед за первыми комиссарами, а я напомню, что их было всего горсточка тогда, в конце 80-х, начале 90-х годов, что сейчас больше сотни комиссаров, прошедших сборы творческой молодежи, активно сотрудничающих с нами и поддерживающих все наши инициативы. Мне бы хотелось, конечно, чтобы не только диссертации, не только дипломные работы, но и просто говорили о том, что спасибо вам за подготовку наших ребят к жизни. Это самое главное, что мы делаем, что мы хотим сделать для нашего города, для нашей области, для нашей страны. Мечта жила в сердце твоем, ты думал гордо и смело, но никак не брался за дело, никто и не знал о нем. Как божественный луч, как Перун, как Зевс, как Изида, возникла в жизни твоей Атлантида, и нет больше туч. Все, о чем ты грустил и ждал, все Петрович тебе подал. Он подал пример, как надо, чтоб не сбиться с верного лада. Никогда ты не знал, что может быть так весело, клево здесь. И Атлант тут все превозможет. Это адская заводная смесь. Атлантида — твой дом второй. Здесь любой может быть герой. Если станет грустно, тогда ты скажи Атлантиде «да». Да. Да.